Пожарные города Дубая вновь удивили весь мир. Они оперативно и без жертв потушили вспыхнувший огонь в одном из самых высоких зданий в мире. Возгорание в 79-этажном небоскребе с говорящим названием Touch Tower, что переводится как «факел», удалось ликвидировать к 4 утра. Возгорание произошло на 50-м этаже примерно во 2 часу ночи. Пламя вторым потоком мгновенно стало распространяться по бокам. Но спасатели в течение считанных минут прибыли на место. Местные власти отмечают, что жильцов башни оперативно эвакуировали. Близлежащие улицы перекрыла полиция. И благодаря слаженной работе экстренных служб жертв удалось избежать. Сейчас чиновники решают вопрос с размещением пострадавших. Touch Tower построили в 2011 году. С тех пор здание высотой 337 метров входит в пятерку самых высоких жилых домов мира. В его помещениях имеется 676 апартаментов. 2 годами ранее здесь уже был пожар. Его также быстро удалось потушить и избежать жертв. Поучиться у арабских служб спасения есть чему. Понятное дело, что Дубай является одним из самых жарких регионов планеты, и борьба с огнем для них дело привычное. Но если и наша страна идет в ногу со временем, и мы строим высотки, так почему же и нам не научиться оперативно их оберегать? К примеру, пожары в Астане происходят с завидной регулярностью, и не всегда их удается потушить без последствий, а зачастую и человеческих жертв. А чем мы хуже? Мы также начали новую точку отсчета в то время, когда в пустынном Дубае заложили первый фундамент.